Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show. Сегодня продолжаем Resident Evil, конечно же, активненько проходить. Короче говоря, не было сохранения в прошлый раз, когда я закончил здесь. Поэтому пришлось завалить босса еще раз, поэтому я уже такой разыгранный, разогретый, скажем так. Ну и вот наши спасенные девочки. Мне пришлось использовать дозу. Осталась лишь одна. Мия. Осталась только одна доза? Да не может быть такого. Черт, ну и что нам теперь делать? В смысле, что делать? А. Исцелить Мию, исцелить Зоя. Короче говоря, это мне уже соспойлерили, что мне все-таки придется делать выбор между Мией и Зоей. А фишка в чем? Смотрите, Зои в начале игры, я это уже говорил, нас настроили против Мии, потому что она стала зомбачкой, она нас обманула, она стала зомбачкой, она пыталась нас убить, она отрубила нам руку. Короче говоря, наделала кучу гадостей, еще и врала нам. Потом посылала нас нахер, да? Зои же подали как такую спасительницу, то есть она нам рассказывала, что и как, она нам все рассказывала, как и куда идти, и, короче, пыталась нас спасти. Но я чувствую, Зоя, что она преследовала свои какие-то цели, и она не ради нас старалась, она старалась ради себя. Заметили, когда сыворотка, что «нет, одна моя», она типа такая «моя, моя», да, вот. Короче говоря, зачем мне доверять этой девке? Но меня тоже нас обманула, на самом деле. Она куда-то пропала и 3 года была здесь, но она нас обманула по причине приезда сюда, и мы так до сих пор еще пока не знаем, зачем она сюда приехала. Но все-таки это наша жена, а это незнакомая баба. Поэтому мы выбираем Мию. Так, ничего. Глупо было надеяться на побег. Эй, Зои. Уходите. Оба из вас, уходите. Слушай. Ты здесь прожила всю жизнь, блин, еще продержишься. Это мой дом. Очевидно, мое место. Вот именно. Тем более, это твой дом. Здесь твои родители. Хо, какие бы они ни были. Ты должна оставаться здесь. Я пришлю помощь. Забудь. Тут некому будет помогать. Ага, короче, разозлилась она на нас. Ой. Короче, я надеюсь, что после этого ты мне все-таки, зараза такая, расскажешь. Чем же ты там занималась? Какого хрена ты вообще здесь делаешь? Как ты впуталась в эту историю, дура? Ой, дичь какая. Ну ладно, на самом деле, вот это вот как-то, знаете, нету даже никакого угрызения совести, да, что мы Зои оставили. Так, погодите, а это... А, кстати говоря, это не конец ли игры? Чего ты так из-под лоби на меня смотришь? Спасибо, Итан. Ну, а кого же еще я мог выбрать? Ну, конечно, Итан. Господи, она разгвожденная топором. Она в нее всажена куча пуль. Она жила всякое дерьмо. Господи, ты ведь во всем этом как-то замешан, не так ли? Вот, давай, расскажи, зараза. Расскажи. Послушай, я просто хочу узнать правду. Вот я бы тоже так, на самом деле. Итан, а как ты сюда... За что, чем ты занимаешься? Вот что у тебя была за работа? О, Крис какой-то здоровый. Это что такое? Это что, тот корабль? Как, блин, он сюда попал? В смысле, корабль на болоте? Вы что, серьезно? Какой тот корабль? Господи. Тихо. Ну, началось. Нет, это не конец игры. Ой, не. Спокойно. Мами. Мамочка. Сюда. Вот это дичь. Короче, нас... Мы играем за Мию? Да, ну ладно, вы что, серьезно, что ли? Беги, если хочешь. Ачивка открыта. Как так? Итан, ты где? Куда ты пропал? А как так? Был только что Итан и не стало Итана. Теперь бац и... Ой, Мия. Ну давай, Мия, посмотрим, на что ты способна. Ага.
Инвентарь у нас, конечно же, пустой, да? Он не пустой. Странная бутылка, которую вы обнаружили у себя в кармане, очнувшись в доме Бейкеров. Наверное, она имеет значение. Посмотрите все вокруг. Итан? Да, реально, вон пришитая рука. Это что за дичь такая? Погоди, а почему это же жена нас не тронула? Я чувствую, сейчас мы кое-что тут узнаем. Какую-то правду. Корабль здоровый. Ни хрена себе, блин, в болоте когда здоровый. Блин, у меня появилось только больше вопросов, чем ответов. Я надеюсь, нам хотя бы объяснят здесь в конце. Хотя бы, что вообще к чему? Что это за прикол такой? Давай, заходи. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь. Нам не придется здесь столкнуться с какой-нибудь бабазякой. А то у нас как бы ни хренашеньки нету. В смысле? Господи! Что это? What was that? У нее типа флешбеки, она вспоминает этот корабль. Так, погоди, почему Иден сказал, что это тот самый корабль? Тот самый корабль, на котором она плыла? Так, бегать ты умеешь, да? Хорошо. Ну так, немножко. Надо подумать. Надо подумать. Что вообще это может быть за хрень? Но что-то пока у меня идей нет на самом деле. Оу. О, нифига себе, эта команда. Собралась вся на пир, на тусовку. У вас здесь пати? Сосиска пати, ладно. Не буду я вам мешать. Веселитесь. Наслаждайтесь жизнью. А я пойду дальше пугаться. О! Ага. Господи, у меня... По-моему, сейчас... Опа! Они мертвы! Они все мертвы! Что такое? Машины отделения? Ты чего несешь? Она их всех убила! Твою мать! А это чего тут такое? Нам нужно оружие. Есть на корабле оружие? Я не знаю, но... Пойдем сюда. Может, там выход. Ага, я понял. Спасибо. Каска. Может, это принадлежало члену экипажа? Ну, может быть. Зачем такой предмет нужен? Хорошо, давай сюда. Приседай. Ну давай, ползи. Так, значит, короче, Мия была... Нет, погоди, она не могла... Не могла она видеть этих пацанов. Опа, монетка. Она не могла видеть этих пацанов, потому что они как бы общались вдвоем. И поэтому у нее либо какие-то чужие воспоминания, либо она чувствует это место, получается, правильно? Так, дальше мне не пройти, да, уже? Отлично. Не очень, но нормально. Так, это у нас не дверь. Это у нас хрень какая-то. Так, соответственно, на этом корабле... Не, ну если Итан сказал, что это тот самый корабль, какой тот самый корабль? Так, хорошо. Каюта. Ну, оружие. Ебирный театр, да ты чё ж творишь, должно быть, он от чего-то прятался. Ну все, да, прятался. А она не мое дитя. Спокойно. А, список экипажа, капитан Эд Карлайт, главный механик Пол Джонован, Карк, Дуэйн Шам, Джимми, Джеральд. Короче, женщин у них не было.
Окей. О, чувак приуныл. Здорово. Чё приуныл? Не получается ничего? А, перепил просто. Ну ладно. Сиди тут. Ну, черта. Вот тут у них люшки такие, нормально. Цивильненько все. Правда, теперь ни хрена не работает. Воу. Давай, давай. А ты дверь не умеешь закрывать, да? Хрена себе, здесь разорвало. Все, что за картина? О! Что это? А, танкер, газовоз, СПГ Аннабель. Построен в 87 году. Полная грузоподъемность 71 тонна. Длина 289 метров. В смысле 289 метров? Да? Такой небольшой? Ну ладно, мы оттуда снизу пришли, да, типа? Не, 289 метров, это для танкера как бы небольшая, это... Да, спокойно ты, успокойся, дев... Опа. Опа. Что, вспомнила? Погоди, это... Что? Что это такое? Господи, какая отвратительная улыбка. Да ладно. Ты чё так? Она, вы видели, это вообще уже отвратительно, она не ужасающая, она какая-то стрёмная, такая, типа, ой, даже не, блин, жесть, блин, меня эти штуки пугают. Погоди, вспомнила, а это, она нам пытается что-то, лестница, ага, она нам пытается что-то напомнить. Погоди, то есть мы с ней как-то связали... А, подожди, появилось Мия с маленькой девочкой, правильно? Ниже появилась маленькая... Ух ты, нифига себе. Как, кто там говорил-то, кто рассказывал историю? Господи, вверх-вниз, вверх-вниз, да ладно, запарили уже. Туда-сюда, чем мы тут ходим, бродим-то? Я уже устал тут бродить по этим, блин, железным ржавым хреням. Здесь он и так-то сам по себе. Ты сказала, мы будем семьей. Господи, я тебе... Что ты такое говоришь? Ты сказала! Ах ты, маленькая паршивая девчонка, выходи сюда. Подожди, я прошу тебя. Я устала ждать. Да ладно. А как... Опа. Это мы знаем, предохранитель. Нам нужен предохранитель. Закрывай. Спасибо. Ох, щит. Да ты гонишь, что ли, а? Ну, привет. Ага, давай, давай. Иди сюда. Окей. Предохранитель. Тихо! Нет, стой! Стой! Тихо, 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 тихо. Дверь. Так, так, так. О, тихо, тихо, он идет. Закрывай, закрывай. И я тут. Ага, все, развалился. О, аптечку можно сделать, вот это класс. Так, погоди. Ага, а эту хрень мне разбить нечем, да? Так, объединить аптечка. Спасибо. Так, у нас есть аптечка, у нас есть монетка, монетка пофигу. У нас есть, короче, предохранитель. Я надеюсь, нам нужен будет один предохранитель всего. Окей, ты развалился, да? А? Ну-ка. Отлично. Ага, все, дверь запитали. А, так, этот живет чудик тут. Давайте мы сейчас сходим еще. Ух ты ж! Ух ты ж, блин, да ладно! Не-не-не, все, 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 нафиг, бежим, 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 бежим. Ага, ага, ага.
Блин. Ладно, я надеюсь, я ничего там хорошего не пропустил полезного. Но я наверняка пропустил. Потому что в таком месте должно быть что-то полезное. Там тоже эти твари. Короче, девочка нам типа... Получается, как мстит, что ли? Так, спокойно. Ага, я понял. О, то есть... Мы все-таки... Точнее, Мия имеет какое-то отношение... Блин, дичь, я не могу сейчас, сейчас надо продышаться немножко, а то... Это... Тук-тук. Опа, привет. А, там, короче, телевизор с видеомагнитофоном. Видимо, ты хочешь мне показать какую-то кассету, да? Привет. Ну, смотри. What? Что? Why? Зачем? Ты должна вспомнить. Это для того, чтобы мы стали семьей. А, ну, смотри, сапожки у него, кстати, ничего, да? Подожди, а ты мне... Знаешь, кого напоминаешь? Ты мне бабку напоминаешь? Мою подругу из этого, из домика на коляске. Она также башкой вертела за мной, когда я ходил. Ладно, я понял. Давайте посмотрим. Кассета же в этом дерьме. Окей, будем смотреть, что. Не вопрос. Мия Винтерс. О, тестовый объект Е001. Е001. На фотке со старухой Е001 было. В подвале, когда мы Мию только освободили, меня все равно уже не вылечить. Но так не надо. Это я виноват, что она сбежала. Да, это ты виноват. Но это не значит, что я позволю... Так, мы играем за Мию сейчас. Правильно? Она не нападала на тебя? Это часть ее внушенной привязанности. Невероятно, мне все это не снится. Вот. В нем образцы ее ткани. Ага, вот это бутылек. Образцы ткани. Это девчонки, да? Найди ее и все исправь. Короче, они говорят про эту девчонку. Ладно, Эви. Эвелина. Эви. Так, спокойно. Вот это серьезно. Погоди-ка. Да ладно. Отдел специальных операций. Директор Алан Дроуни и опекун Мия Уинтерс. Я все понял. Сейчас расскажу. Последний отчет указывает на то, что если Эвелина останется на том же месте, ее могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила. В избежании подозрений постоянно ведите себя, как будто вы родитель Эвелины. Поддерживайте жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса генома. При критическом срыве миссии уничтожьте Эвелину. Ага, уничтожьте, конечно же. Уничтожьте. Патроны. Хорошо, сколько у нас патронов? 64-60. Ни хрена себе, Мия, у тебя серьезные игрушки. Короче говоря, наша супруга благоверная работает на... Вот сейчас, вот ни словом не ошибусь, на корпорацию Umbrella. Потому что это, если это вселенная Resident Evil, то здесь должна быть корпорация Umbrella по-любому. Ух ты, монета инстинктов, смотрите-ка. Ее можно взять. Ящик припасов. Ну-ка, давай. А, подожди, открыть-то ты его можешь? Стой. Короче... Да подожди ты. Нет, можно его только выкинуть. А почему? А зачем нам там ящик боеприпасов? Ладно, монета инстинкта, это хорошо. Короче говоря, мы, как в первой части Resident Evil фильма, фильм с Милой Йовович, она работала как прикрытие. Она была секретным агентом. Так, тут у нас все хорошо пока. Она была секретным агентом, который жила... Она рядом, в смысле? Эти числа показывают расстояние до цели. Это лифт. Че, мне лифт вызвать, что ли? Лучше сначала проверить весь этаж. В смысле рядом?
Так вот, собственно, Мила Йовович там играла специального агента, девушку, которая жила в особнячке в обычном, а под этим особняком был улей, экспериментальная база корпорации Umbrella. О, пищевые добавки. Так вот, собственно, Мия, я так понимаю, является одним из таких агентов специальных корпорации Umbrella. Травка, хорошо. У корпорации есть какой-то... Что это? Выберите предмет для использования. А, тут какой-то ключ нужен, что ли? Ха, нет, спасибо, у меня нет ключа. Вот, собственно, корпорация Umbrella, у них какой-то очередной эксперимент, которым могут завладеть враги. И они собрались перевести... Заперто с другой стороны. Это еще один ключ. Ага. Эпоксидочка, хорошо. Значит, мы делаем с вами аптечку. Вот, получается такая фигня. Патроны. А где ты? Заперто с другой стороны. Че же вы все заперты-то с других сторон-то? Почему с моей стороны ничего не заперто? Я хочу, чтобы с моей стороны было что-то. О, эпоксид. Хорошо. Так. Это что у нас, психостимуляторы? Ладно, давайте сделаем психостимуляторы. О, нормально, хорошо. Сейчас, подожди. Сейчас поднимемся. Так, ну дверь у нас не откроется, я понял. И куда это подняться? А, так погоди. Ну, это для того, чтобы убежать с какого-нибудь большого монстра. Но у нас есть... О! Я заметил тебя. Дырочка. Ой, кажется, я ее нашел. У нее рвота. В смысле? Черт, придется сбросить. А вот и мы звоним. А, нет, это Алан. Тьфу ты, это же не этот. Не Итан. У нее рвота. Что-то там. Вот повезло. Такими темпами мы еще насмотримся на ее мерзких друзей. Так, надо срочно найти. Ситуация выходит из-под контроля. Согласна. Короче, вообще капец. Нифига себе у нас, блин, жена оказалась, а? О, блин, надо было еще одну птичку сделать. Они эти психостимуляторы. Что это? Ну, открой дверь. Так, ну теперь на лифт, да? Так, ну мы насмотримся на ее друзей. Значит, получается, что... вот это... Ну как это? Ёшки, вот, здорово. Я не буду сейчас на тебя патроны тратить. Пока. Что там? Ничего интересного. Вот эти вот, короче, чуханы, их порождает все-таки Эвелина. Оказывается... А, это ты. Здорово. Опа, я тебя нашел. Стой, дура. Ах ты ж маленькая... Маленькая девчонка. Так, она сейчас натравит. Так, куда она уехала? S2. S2. Давай, быстрее. Сейчас отсюда приедет. А, я думал, тут монстрик будет. Давай. А, вот он. Свалился. Да ты что творишь-то? Вы тоже стрелять умеете, что ли? Да, не такая же убойная штука, как я думал. Стой, лифт, подожди. Я не виноват, что этот козел, блин, отсюда вывалился. S2, давай. Фуй. Хорошо. Мы притворяемся матерью и отцом Эвелины, чтобы ее успокаивать. Но что-то пошло не так, она психанула. И... Ух ты ж, здорово.
И она весь корабль, короче, расфигачила. Да. Надо, короче, покрытие стрелять. Надо стрелять поаккуратней. А то я что-то разыгрался. Вот эти вот полы... Я не люблю, на самом деле, автоматическое оружие в играх. Потому что я люблю как бы так, более чутенько так, тыч-тыч-тыч-тыч стрелять. Понятное дело, что сам как бы могу так это делать, не зажимать курок. Но, блин, это же автоматическая пушка. Хочется ее зажать и все. И стрелять, и чтобы она разнесла все нафиг. Да ну привет. Короче, уделаем вот так. Так, ну, вот, короче, этому типа надо, надо... Вот так вот. И не вставай. Урод. Так. Ага. Так, там какое-то машинное отделение. А, дистанционная бомба. Блин, патронов-то у нас не так уж и много, на самом деле. Ходит там уже тварь, а? Эпоксидочка. Ладно, давай. Вон он там наверху. Ладно, давайте. Привет. Чё ты там ходишь? Я к тебе не хочу. Ух ты ж, блин. А, они быстро ходят, вот смотрите. Давай, давай, иди сюда. Давай, давай, давай. Иди, иди сюда. Ага, молодец. Дурачок. А, обманули дурачка на 4 кулачка. Короче, если можем оббежать, то надо оббегать. Мне уж советовали, да, что типа не тратить на них патроны. Убегай от них реально убежать. Но в целом... Давай, 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 закрывай. Да, в принципе, если убежать можно, то лучше убегать. Потому что в один прекрасный момент патронов может не хватить. Так, у нас 22, я не знаю, что это, метра узла там, сантиметра, да, Эвелина, 15. 13, 11, 10, 9, она прям рядом. Уже горячо. Так, тут, короче, нужен ключ. Опять. Эллен, Эллен, по-моему, она за дверью, но у меня нет ключа. Попробуй расслабить замок. Ты на нижнем уровне? Поищи в багаже. Эллен, там совсем херово. Так, я так понимаю, вот это багаж, да? Расплавить. Так, у тебя есть нож. Эпоксидочка. Так, здесь у нас будет монстрик. Расплавить. Чем я тебя расплавлю? Это что? А. Хорошо. Да все нормально, я понял. Сейчас мы коррозийным веществом это дело и расплавим. Короче, такие замки мы вскрываем коррозийным веществом. Давай, пыш, 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 пыш. Фига себе. Да вы тоже колдовать умеете, господа. Тут не только Эвелина. Мамочка, ты на меня сердишься? Нет, Эви, не сержусь. Погоди, как ты меня назвала? Не хочу больше жить в лаборатории. Хочу, чтобы у меня был дом. И еще хочу, чтобы ты была моей мамочкой. Ладно, Эви, я буду твоей мамочкой. Только возвращайся вместе со мной, ладно? Где ты, Эви? Эвелина. Ах ты, дуреха-то такая. Ну, куда ж ты? Куда ж ты? Запропастил, подожди. А что делать-то? Погоди, а и чё? А, вот ты где. Она сейчас запрет, и здесь появится монстр. Ты ее нашла? Да, но она убежала. Аллен, у нее все больше друзей, эти твари повсюду. Я же говорил. Ты там сам как-то? Лучше беспокоиться о том, как вернуть Эвелину. Открывай дверь, дура. Дверь открой. Так, а здесь мы уже от этого нашего друга не отвернемся, да? Уху.
Иди ты нахрен. Ага. Слышь, попрыгунчик. Ладно, немножко патронов потратим, но здесь нам никак не пройти. Так, Авелина прождает этих тварей. Короче говоря, она хотела жить в домике, и она, собственно, нашла домик бейкеров и заразила их. Она сделала как бы их своей семьей. Так. Тихо. Давай. Чё ж ты стреляешь-то, дура? Так, хорошо. Это у нас склад. Тут патроны, взрывчатка. А зачем мне взрывчатка? Что с взрывчаткой делать? Я могу типа кидать? Офигеть. Угу, один патрон зарядил вообще. Класс. Так, куда у нас делась Эвелина? Вау, тут уже все горит, короче. Да ну, ты издеваешься, а? Вот. Здесь, короче, нам уже не пройти. Ах ты ж. Ах ты ж. Да ладно, я ж тебе голову не снес. Как ты умер-то? Да ну, двое, а? Капец. Блин, бесит, что не попасть. Все, готов. Ой, дичь какая, а. Все, она нас просто закидывает этими монстрами. Блин. Блин, надо бежать. Ну, Эви, ну, елки. Блин, матрелки-то, а. Ну, что ж ты творишь-то, а. Второй этаж. Третий этаж. Давай, быстрей. Пожалуйста. Сейчас опять монстр вывалится, а? Давай, третий этаж. Так, никто не вывалится. Хорошо. Ой, блин, капец. Включена система аварийной блокировки. Ну, капец. Ну все, мы уже не закончим серию, пока не это, не выберемся отсюда из этой кассеты. Так, а куда нам? Нам, видимо... Ой, да ладно, сейчас этот... сейчас, короче говоря, Алан наш будет уже все, мертв. Она сейчас прибежит к Алану. Алан, а он уже, короче, того же. Алана нет, смотри. Вот, блин. Иви наверху. Все, не берет Алан трубку. Да понятное дело, ну... Алан! Алан, черт возьми, где ты? Так, здесь у нас... А как это успели прикрыть уже? Класс. Видимо, аварийная система перекрытия. А, при пожарах там, я не знаю. А как нам... Как нам дальше-то? А почему это не перекрылось тогда? Так, видимо, нам надо где-то... Где-то как-то забраться наверх, что ли, получается? Ну хотя, блин, да по кораблю-то как это... Опа, можно эту шнягу открыть. Открывай, ладно, хрен с тобой. Да... Офигеть. Открывай, что там? Блин, нафига ты... У меня эти дистанционные бомбы. Ну ладно, сейчас буду взрывать этих тварей, короче. Попробую. Взорвай. А-а-а, вот, все, я понял. Тихо. Подожди. Ага. Ну давай, подходи, урод. Вот это лепота. Получил? Урод. Вот это по красоте, вот это мне нравится. Вот это мы молодцы. Разорвали урода просто на маленькие кусочки. Так, сюда мы... Ага. А, так подожди, нет, это же... Да, блин, достало ты стрелять. Это тоже ящички, да? Блин, еще бомба. Так, значит, сюда. Верно? К блевотинке. А, может потратить блевотину, слушай. Я сейчас, конечно, наверное, в
впустую потрачу это дело. Ну-ка. Нифига. Че-че-че? Да ну ты издеваешься, а? Блин, ну в таком узком пространстве. Тихо-тихо-тихо. Ага. Давай, иди. Оба. Нате вам. Вы еще живы, что ли? Вот так вот. И не выкобенивайте здесь. Окей, ладно, тогда мы ползем сюда. Отлично. Давай. Ага, вот и дверь. А, она уехала на 3, все, наверх, точно. Нам наверх, нам наверх. Ну давай, кассетка, уже заканчивайся, уже хватит. Так, цель найдена. Так, вот это, ага. Так, вот мы здесь. Здесь у нас ничего полезного вроде как нету. Так, и вот мы сейчас идем в место, которое мы должны запомнить. Опа, это он. Как ты сюда попал? Где Иви? Она пошла в разнос. Без лечения состояние ухудшается. Что ж, тогда даже хорошо, что я умру. Не говори так. Ну, давай, 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 давай. Она тебе доверяет. Эта маленькая сучка никогда... Нет, Иви, Иви. Я не хотел так называть. Иви, она пытается подчинить тебя. Сопротивляйся. О-о-о, короче, разозлил ты Иви. Зачем ты так называл? Капец. Она, походу, ему все внутренности разорвала. Эвелина, перестань, сейчас же. Да все, капец ему. Не прикасайся ко мне. Ох ты, дичь какая. Ну, Иви, ну что ты наделала? Погоди, а зачем она нас тогда в этот кокон посадила? Ну, я не знаю, в кокон, не в кокон. Так. Она нас заразила. Так, все, у нас все впиталось, это дело. Хорошо, и что дальше? Что это? Так, нас колбасит. Компьютер. Вот, и она сейчас будет записывать свое послание. Типа, если ты это видишь, не приходи сюда. Ни в коем случае не приезжай. Офигеть. Мы же сами себе, короче, в начало игры записываем послание. Вот это да, вот это огонь. Обалдеть. А, погоди, ноутбук на корабле, соответственно, значит... Итан будет это смотреть на корабле, то есть он на корабле. Я сейчас что-то не понимаю. Итан, ты был прав. Я лгала тебе. Нельзя было. Но я могу сказать лишь одно. Если получишь это, держись от меня подальше. Забудь, что ты знал меня. Проживи хорошую жизнь. Я понял. Хорошо, сообщеньку мы это записали Итану. Только как он эту сообщеньку здесь увидит, если корабль сейчас вообще пойдет пополам, разломится, я не знаю, там расфигачится весь. Ой, ты блин. Так, это у нас уже глюки или все? Иви, короче, Эви уже начала все полностью. Ух ты ж. Мы всегда будем вместе. О, погоди, это ролик. Так. А почему это роликом решил? А, ну вот. Собственно, наш корабль этот плыл в океане себе спокойненько. То есть мы в океане сейчас, да? Все нормально.
Вот он у нас разломался пополам. Погоди, это разве Мия? Короче, она упала в воду и потеряла сознание. Окей. Я понял. Немножко что-то такое. Хорошо. Теперь ты вспомнила? Yes, да, Эвелина. Я вспомнила. Мы можем быть семьей, как раньше? Нет, Эви. Мы не можем быть семьей. Мы никогда не были семьей. Мы никогда не будем семьей. Тогда ты мне больше не нужна. И такая. Ладно, хорошо. Сохраняемся. Так, спокойненько где-нибудь здесь. Фу, ладненько. Все, давайте на этом заканчивать. Итак, серия уже 40 минут получилась, офигеть. Все, короче говоря, ладно, в следующей серии будем дальше разбираться. Сейчас потихоньку мы раскручиваем это все дело. И немножко информации получили, немножко новых загадок тоже получили. Вот, но все становится так потихоньку ясно на свои места, что к чему вообще все срастается. Что это за дом, что это за люди, и что, как там вот это происходит, что за вот эти вот твари ходят такие. Ладненько, на этом все, с вами был Рост на канале Midcore Show, игра Resident Evil 7 Biohazard, прохождение. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочка в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!